И вот в таком же составе с участием областных и городских властей, депутатов и общественников будут решать судьбу еще одного важного проекта – запуска городской электрички и создания сети железнодорожного сообщения в мегаполисе. Не исключено, что в Новосибирске появятся новые транспортные узлы. Для пересадок с электричек на городской транспорт увеличится количество составов, возможно, и строительство кольцевой дороги. Новую редакцию транспортной схемы будут рассматривать в привязке к проекту «Новосибирской агломерации».